Вот была бы у меня такая пачка, я бы поделился. Гарик, гитара не стоит. Что у тебя нет? Да не мучь ты инструмент, Леша. Это, а как там луна на севере? Угу. Луна-то, луна там, как арбуз. В смысле, как дыня, она желтая. Ну, может, ты как с дыней. Твоя. Ну-ка. Хороша. Это кто? Я тебе сейчас дам, кто? Да че? Да ладно, ребята. Дай посмотреть. И буквально только что мы получили еще одно сообщение. Где-то между Петербургом и Москвой неожиданно исчез поезд первой скорой, на котором артисты направлялись встречать Новый год. Мы будем следить за развитием ситуации. Командор, ты куда? Все, сеанс закончился. А я, признаться, проявил глупость бесконечную. Всей душой ее полюбил я куклу бессердечную. Для нее любовь забава, для меня мучения. Предавать не стоит права этому значения. Не со мной ли при луне пылко целовалась, а теперь она во мне ухо разочаровалась. Для нее любовь, забава, все ей шуткой кажется. Но кто ж ей дал такое право надо мной куражиться? Но кто же дал? Ну не могу я Новый год на вокзале. Развиваться события вновь покажет время. Я с вами прощаюсь. А вам, Гарик, спасибо за песню.